Ребята, всем привет, с вами канал Страна и Гирлянда, и сегодня у нас с вами Wormax. Мы сыграем против искусственного интеллекта. И играть я сегодня буду на айпаде. Ведь, к сожалению, в браузерной версии играть против искусственного интеллекта мы не можем. Ребята, как вы понимаете, в этой игре игроков нет. Один единственный игрок — это мы, всем остальным управляет компьютер. Если посмотреть со стороны, то кажется, что эта игра очень легкая, ведь все червяки убиваются об нас, нам остается только собирать эссенсы. Но на самом деле это не так. Ведь вы посмотрите, как же их много. Казалось бы, смогли лопнуть огромного червяка, но вы только посмотрите, только мы заходим за грань нашей видимости, все эссенсы пропадают. Даже лопнув огромного червяка, все эссенсы после него собрать мы, к сожалению, не можем. Нужно еще посмотреть, когда мы возьмем червяка в окружение, что же из этого получится. Да, и еще один интересный момент. Пока мы не видим, сквозь наш хвост проходят большие червяки. И можно сказать, что искусственный интеллект немножко маклюет. Взяли в окружение червяка, ну правда он небольшой, мы его лопнули, естественно, все эссенсы оказались внутри нашего круга. И мы его смогли съесть полностью. Отлично, понемногу поднимаемся в рейтинге и на данный момент на 12 месте. Еще одного взяли в плен, он был немножко побольше, кстати, после него остаются также все эссенсы. Массу-то мы с вами набираем, а вот подниматься в рейтинге у нас не получается, ведь на данный момент на 10 месте червячок с массой в 67 тысяч. Мы с вами растем и становимся крупнее, но и наши соперники также растут. Ситуация складывается не в нашу пользу и приходится активировать бестелесность. Отлично, сейчас собрать все эссенсы и смотрим на наш результат. В десятку еще не вошли. Еще немножко и у нас будет 50 тысяч массы. Такое чувство, что вся десятка впереди нас действует единой командой, хотя так оно и есть. Нужно действовать предельно аккуратно, ведь для нас ошибка — это конец игры, а для искусственного интеллекта это потеря всего одного червячка. Thank you.
Да, ребята, писать на iPad, к сожалению, качество видео получается не совсем таким, как бы хотелось. Еще немножко набрать массы, и мы наконец-то сможем подняться на 10 место рейтинга. И ведь вы понимаете, практически с самого начала игры топ-10 рейтинг не изменился. Какой он был, такой и остался. Интересно, если таким темпом набирать массу, мы сможем подняться на первое место или нет? Наконец-то у нас получилось войти в топ-10, и это первый шаг к первому месту. Собираем все вкусняшки от лопнувшего пленника, и вот у нас 9 место. И вот к нам в гости начинают приходить крупные червяки. Синий червяк – это тот, которого мы подвинули с 10 места в топе. Круто вверху увидел магнит, но, к сожалению, подобрать его не сможем, ведь нам перекрыли к нему проход. Посмотрим, получится лопнуть Джастина. Да, есть, мы его лопнули и соберем много эссенсов. Ребята, мы с вами на 4 месте рейтинга и до первого места рукой подать. Еще куча эссенсов, собираем. Если честно, я думал, после того, как соберем все эссенсы, мы сможем подняться на первое место, но немножко не хватило. Только что это было рискованно, конечно же, мы могли лопнуть. Есть первое место рейтинга, теперь можно не бояться и рисковать. Ребята, я думаю, что эта игра один против всех нам удалась. Отлично, бустер на увеличение длины смогли взять. Еще и получилось лопнуть зеленого. Я думаю, что нашему первому месту ничто не угрожает. Круто, мелочи, конечно же, много, а где крупные червяки? Магнит у нас будет действовать еще долго, так что обновлять его мы не будем. Еще один пленник. Ребята, к сожалению, результаты игры один против всех не учитываются в общем рейтинге. То есть на выполнение мини-миссий это никак не влияет. И все бустеры, которые мы собрали, а также все, кого мы лопнули, не учитываются. Думаю, что игра получилась неплохой.
На этом буду заканчивать. Ребята, с вами был канал «Страна Игрляндия». Всем пока и до новых встреч!